Всем привет! Привет! С вами The Station, и мы с Гексом опять освещаем некий бэк, который вам поможет, во-первых, увеличить количество знаний про Warhammer 40 000 вселенную, и также вам поможет немножко разобраться в ролевой системе Инквизитор, вождение по которой у нас на канале уже есть с миниатюрками. Женя вот мастерит там вовсю. А мы сегодня про что, Женя, рассказываем? Мы сегодня расскажем про Adeptus Arbitus. Adeptus Arbitrus. Там перевод разный, да. Да. Про судей. Ох, судьи. В общем, про милицию на самом деле. Да, даже нет, не про милицию, это скорее ФСБ. ФСБ, смешанный с ОМОНом, наверное, еще. И со спецназом, я так понимаю. Ну, именно таким спецназом, типа СВАТ. Ну, наверное, да. В общем, всем понятно. Тем, кто видел миниатюрки судей, тем, кто видел, что это такое, кто интересовался, всем ясно, что судья в Вархаммере – это судья Дредд. Mm-hmm. Вот самая близкая аналогия, потому что она создана теми же авторами, которые писали комиксы, рисовали, сценарии писали, что и Дредда. Ну, так как они там все вот так вот работают друг с другом. И, в общем-то, ранние арты судей из Вархаммера очень похожи. Вот эти вот шлемы. Ну да, шлемы у них такие же остались, такие же у них бляхи были с цепью, тут какие-то наплечники, в общем, по наколенникам и ботинкам видно, что это оно. Одного поля, да. И башмаки на платформе. Да-да-да, одного поля ягоды. В общем, судьи, как можно понять, из судьи Дредда, это судьи, присяжные, палачи, все в одном. В Вархаммере. Но есть одна интересная деталечка. А деталечка такова. Во-первых, судья может карать и миловать, судья-арбитр, может карать и миловать абсолютно всех, вплоть до правителей планет. Для него существует единственный авторитет – это его собственное начальство. Его собственное начальство – это маршал-провост, маршал-ректор. Он входит в совет Терры. Собственно, он один из правителей. И он управляет уже секторальными судьями, которые называются маршалы суда. Они вершат правосудие на уровне сектора. И им подчиняются уже какие-то планетарные судьи. Как правило, судебный участок – это крепость построенная. Там, значит, внутри у них свои тренировочные площадки, какие-то столовые. В общем, они живут полностью автономно. Закрытая крепость, в которой сидят вот арбитраторы, которые оттуда могут выезжать на какие-то задания. Далее, уже внутри разделяются судьи на две таких больших ветви. По-русски судья и судья никак не отличаются, но арбитр и судья, то есть арбайт и джадж. Две разных совершенно ветки. В английском языке различие понятно. Оттенок смысла тоже понятен. В русском, к сожалению, эти понятия так смешаны, что довольно сложно объяснить, чем они занимаются. Но попытаемся. Judges – это те, кто проводят расследование, те, кто занимаются… Следователь. Следователи, они… Ну, не совсем, типа такие оперуполномоченные. Да, такие опера. А Arbitus – это милитаризованные такие ребята, которые вот как раз с боевыми шотганами, с Это как головами. Раз вот этот сваты, наверное, и есть. Исполнители наказания такого здесь и сейчас. Да, такие судьи-дреды. По сути, эти подразделения действуют автономно. Это две разные ветви. Вот кругом и везде это описано, что они разные. Причем деятельность судей как judges, она очень мало где описана, чем именно они занимаются. Все то, что мы знаем об Arbitus, все то, что мы видим в бэке, это как раз арбитраторы. Арбитры, которые занимаются всякими разными боевыми операциями. У них там есть свои ранги. Это уже от Fantasy Flight Games. Они там уже всякого надробили, наворотили, намутили. До этого было все просто. Они там как-то ранжировались. В общем, были самые рядовые арбитраторы, которых высылали на ринах разбираться там со всякими повстанцами, восстанцами и прочими. Вот, в общем, основная суть такова. Судьи занимаются соблюдением имперского закона, Lex Imperialis, на планетах. То есть их не волнуют мелкие преступления, всякие кражи, там, уклонения от налогов и прочее. Этим занимается планетарная полиция, ну как СПО такие вот. Товарищи. А Adeptus Arbitus, в первую очередь, они контролируют поступление десятины.
если планета не впала в ересь, если она исправно платит десятину, на ней не расцвела буйным цветом коррупция, губернатор служит империуму, значит, все нормально. Судья может спать спокойно. Он свою работу сделал. Машина империума функционирует. Да. Все нормально. Денежки поступают. Вот. Также Адепус Арбайтес уполномочен разбираться с разными бунтами, с проявлениями ереси, с колдовством, с ведьмами. И вот тогда, когда вот это на планете уже начало проявляться, у него появляются вопросы к губернатору. И он имеет право вплоть до высшей меры наказания применить губернатора. Отстранить его от должности. Отстранить от должности пулей в голову, да. Единственное наказание у судей за нарушение закона – это смерть. Никаких судебных разбирательств. Как описано, опять же, в Бекке, только инквизиторы и какие-то высшие лорды могут рассчитывать на такую занудную процедуру, как судебное разбирательство. Судьи не разбираются. Приговор – смерть. Все. Никаких там заключений, ничего. Раньше вроде как там были какие-то тюрьмы у них еще внутри участков, то есть они куда-то доставляли. Но, видимо, у них там есть какие-то пыточные камеры, куда надо, значит, доставить еретиков и допросить с пристрастием. Но, конечно, никого они на пожизненно куда-то не сажают. Это не их дело. Их дело – карать. Соответственно, к Адептус Арбайтес относятся со страхом. Их все боятся. Их не любит никто. Это ужасная машина возмездия. Появился судья, все, всем боятся. Совершал ты преступление, не совершал ты преступление. Это как с атомным взрывом. Если вы видите вот это, значит, вам конец. Слушай, ну в Вархаммере почти все совершают преступления, учитывая, что арбитры там, естественно, не в каких-то пустынях там не шоркаются. Они в улье, а в улье там бандиты вот отсюда. Примерно до середины все равномерно заполнено бандитами. Да, то есть у них в работе недостатка нет. Да. Ну, опять же, все это мы видели в кино. Вон тот же последний судья Дредд, который приходит, я закон, и начинает там, значит, всех убивать. Колбасить. Да. А также там были коррумпированные судьи. Ну, это тоже, наверное, в Вархаммере тоже этого полным-полно. То есть судьи, которые могут впасть в ересь. Такое, наверное, тоже может быть, но, как правило, эти ребята считаются неподкупными, беспристрастными. Ну, в том плане, что пристрастие у них одно – карать и миловать. То есть, если он сочтет тебя невиновным, ты будешь жить. Если он не сочтет тебя невиновным, ты умрешь. Все очень просто. В общем, правоохранительные органы, которые занимаются поддержанием правопорядка в том месте, где находятся. Обычно это улей, планета. Это может быть гигантский космический корабль. Там тоже есть свои подразделения арбитров, потому что корабль в Вархаммере – это город. Да. Огромный летающий город, где населения тоже достаточно. И получается, что вообще довольно интересная такая структура, довольно интересный персонаж оттуда выходит. Если вы Изенхорна читали, там был арбитр Фишек как раз, который познакомился с Изенхорном, и потом уже Грегор его брал на задание. Да, он был именно исполнителем вот этим вот... Ну, он был арбитратором. Да, и он мог покидать свою планету по запросу. Он не занимался канцелярщиной, он как бы был таким боевым парнем. Собрал свои пожиточки такой, да, инквизитор, шотган на плечо и полетел вперед к приключениям. Ну, да, инквизитор послал запрос, все, ему выделили, значит, боевого такого товарища. Потому как инквизиция одна из... немногих организаций, да чуть ли не единственная, кто имеет какое-то давление, какую-то власть среди суда. Ну, вообще на вот эти вот имперские органы какие-то, какие бы то ни было, на имперские вот эти вот подразделения все. Да. Действия арбитраторов очень хорошо описаны, как ни странно, опять же, в том же Жаке Драко. Когда они подавляли крупные массовые беспорядки, причем подавляли их с помощью дробовиков, приехала Рина, сказали всем лечь. Все, кто не лег, все это застрелили. Еретики. Да, все. Значит, все, кто не лежит, значит, подлежат ликвидации. В Некромунде почти повсеместно использовалось так, именно, ну, не совсем арбитры, там инфорсеры были. Да. Инфорсеры – это те, кого набирают из местных для помощи суду. Это не выпускники с Холла Прогениум, это ребята, которых набирают из местных. Ну, такие, ну, типа тоже СПО, что ли. Ну, им выдают улучшенное снаряжение тоже. Шоковые булавы, щиты, дробовики. И отправляют, значит, подавлять какие-то беспорядки.
В общем, суть в том, что суд... Внутренние войска, да, едет. Да, суд, он занимается обеспечением соблюдения законности на глобальном уровне, на уровне империума, не на локальном. То есть локальные всякие, ну, мелкие там бандиты, разборки между бандами, это их не интересует. Но если уже началось нарушение закона в крупном размере, ну вот, как, например... Коррупция. Революционная деятельность. Подрывная революционная деятельность, да. Коррупция. Да, и коррупция. Вот тут уже в дело вступают судьи. В общем-то, персонажи довольно сложные, потому что про них написано немало, написано противоречиво. И, в общем, иногда становится непонятно. Так они действуют, не так они действуют, смешиваются. Потом, значит, из-за этого их надробили на разные ранги. Рангом повыше, рангом пониже. То есть низшие ранги могут ходить там и судить всех на улицах, как тот же Дредд ездил по закоулкам и убивал всех подряд, кто ему не нравился. Вот. До этого в Бэке было прописано, что судьи это вот именно такие крупные, сидят у себя в крепостях и, в общем, вылазят. Щеки надувают. Да-да-да, вылазят оттуда только в самых крайних случаях. Ну и, мне кажется, еще от планеты к планете это будет отличаться, потому что система, она такая тоже довольно гибкая, и ты не знаешь, там, если это мир-кузница, там, одна юрисдикция у них, если это просто планета, даже не улей, не хайф, там, типа, то другая. И получается, по сути, что все равно нужно ориентироваться на вот такой, типа, а-ля полицейский участок, где есть солдаты, по сути, ну, вот эти внутренние войска с щитами, с дубинками, которые бегают, все бьют, есть какие-то руководители. Ну, да, но на самом деле тут еще тоже, на мой взгляд, есть такая интересная штука, которую стоит всегда учитывать. Стоит учитывать то, что весь этот бэк писался в 90-е годы. Ну, Некромунда, да, по сути, базовая, она оттуда. И весь этот Вархаммер ваш, в общем, он... такой с колоритом вот 80-х, 90-х, то есть тогда это все было еще гипертрофировано, вот так, все с таким, как бы все в таких олиповатых ходили доспехах всегда, все были такие, как бы, ну и, собственно, как судья Дредд тоже, он олиповатый, но такой вот, мистер закон. Эти точно такие же были, они были писаны в то время, то есть вот этот полицейский участок укрепленный, но как бы вот с духом 80-х. Ну, видишь, сейчас арбитры в основном, они все равно, в основном это как часть инквизиторской ритуны. Ну, да, здесь мы их воспринимаем. Да, что это просто нормальный такой разбирающийся в том, что происходит у него на участке парень, такой участковый, но более прокачанный, с дробовиком, который вас проведет куда надо, инквизитору поможет, если что, и пострелять умеет. Ну, вот. Да, вот у него есть книжка, Уголовный кодекс. Диктатус империалис. Да, все, что не укладывается в эту книжку, суть преступления и карается смертью. В общем, вот такие простые прямолинейные ребята. Ну, опять же, как показал нам Абнет, все не так просто. Когда арбитр сталкивается с действиями инквизитора, которые противоречат всем его убеждениям, его начинает там крыть, ломать, он, в общем, даже... Он даже не то, что он видит, что он еретик, то ему, на самом деле, его не сколько даже, может, это бы заботило, как то, что он нарушает закон. Подделывает документы, там обманывает, взятки дает, вот это вот все. Это как-то нехорошо. Ну, понятно, да. что инквизитор, и вроде как это же на благо империума все, но как-то вот нехорошо. И получается вот противоречие. Ну, в общем, тут напрашивается аналогия, опять же, с этими самыми нашими любимыми Жегловым и Шараповым. В фильме это не очень отражено, а в книжке вот там в самый раз. Там пришел такой Шарапов, правильный такой разведчик с фронта, для которого есть враги, есть свои вот. А тут Жеглов, который, значит, подбрасывает кошельки, еще что-то. То есть он такой, действует как подонок. Шарапов, он, по-моему, вообще даже из СМЕРШа, по-моему, был. Нет? Не, он фронтовая разведка. Теперь там не СМЕРШ, мне казалось, но я могу, забыл уже немножко. Да я тоже уже не помню. Но, в общем, он был такой весь правильный, и его вот это вот корежило, что, Глеб, ты что делаешь-то? Вот так нельзя! Он говорит, нормально, вор должен сидеть в тюрьме. Все, ради выполнения цели можно все. И вот его из-за этого крючило, что, ну, как бы... Вот арбитратор это такие. Судья Жеглов. Да, судья Шарапов, вернее, такой, ага. Который вот правильный, у которого есть закон, и нарушение закона это даже во благо. Ну, блин, как бы, надо бы этого чувака расстрелять, но он инквизитор, его нельзя расстрелять. В общем, тут напрашивается тоже много интересных таких противоречий, сюжетов,
как, например, инквизитор может рассориться со своей ретюной, и ретюна попытается его убить. За что? Например, там, за использование хаосных технологий. То есть, если у вас партия хорошо продумана, хорошо правильно собрана, вы можете подвести ее к тому, что внутри партии возникнет конфликт, который приведет реально к конфронтации уже вот членов партии, они раздробятся. Это тоже может быть очень и очень интересно. Ну, посмотрим. Опять же, спойлер. Вот, в наших вождениях в дальнейшем арбитр появится как персонаж. Я думаю, те, кто досмотрел до конца видос, те видели тень. Да, появится арбитр. Так что не забывайте, под видеоописание у нас на Патреоне нашего сбора средств в поддержку съемок про инквизитора дальше видосиков. Вождений именно. Так что переходить туда, чем больше поддержки, тем чаще будут видосы по инквизитору выходить, именно сами вождения. Да, тем больше будет разнообразного контента. Да. Ну а так, в принципе, я думаю, что на этом-то можно плюс-минус про арбитров закончить, потому что тоже очень много инфы, всю не расскажешь за ролик. Ну а просто читать бэк с Википедии нам не очень интересно. Да, ну давай, наверное, я сейчас немножко расскажу про то, что происходит на Патреоне, что и зачем. Угу. Потому что многие люди недоумевают. Кто-то по этой причине отписывается. Ну, в общем, это право людей. Дело в том, что все вождения по инквизитору, все это мы вынесли туда. И за счет поддержки с Патреона все это мы смотрим за интересом. Есть поддержка на Патреоне, значит, есть интерес пользователей, значит, мы снимаем, мы продолжаем. Мы обязательно будем продолжать продолжение Лоха, там, Палисаса, новых каких-то героев введем. Будут какие-то спин-оффы. Ну, не очень часто. Да. Закончим эту серию, наверное, начнем другую и так далее. Многие люди спрашивают, где взять правила. Так вот, чтобы появились правила, нам их нужно написать. А написать их в сеттинге 40К у нас не получается. Так как нам, ну, дороги наши нежные тестикулы, если мы сделаем это в сеттинге 40К, то ребята с большими деньгами из Британии придут и нас возьмут за мягкое. Поэтому мы сейчас решили базовый сеттинг сделать таким, а-ля киберпанк. Grim Dark, недалекое будущее. Вот так. То есть сеттинг, который легко переносится 40К и который оттуда переносится обратно в 40К. Вот. В том сеттинге будут сформированы правила, адаптированы под разные системы. И, в общем, можно будет играть как киберпанк, так в sci-fi, как в 40К, там, во что угодно. То есть они будут там плюс-минус как-то привязаны к 40-й реальности. Какие-то фракции будут специальные там придуманы. Уже это все есть, уже наработки есть. Кое-какие нам просто нужно взяться и все это написать, все это сделать. Но, естественно, без поддержки это делать трудно. Когда на Патреоне наберется достаточное количество подписчиков, так, патронов. Так как нам нужен, опять же, террейн под это дело, например. Вот у нас есть террейн под 40К, а под sci-fi у нас террейна маловато. Опять же, нужны фигурки, их нужно покрасить. Мы снимем красивые вождения, все как мы любим. В общем, проект будет развиваться, планы у нас грандиозные, но без поддержки делать это трудновато. Либо смотрите ролики на YouTube, когда они просто выходят, а выходят они тогда только, когда нам хочется сильно на данном этапе. Да, или когда есть время. У вас, в принципе, все инструменты есть. Просмотры, лайки, комментарии. Все для вас, как говорится. А для уже более интересующихся, это уж Patreon, обсуждение в закрытой группе в ВК. Да, есть закрытое сообщество, в котором мы проводим опросы, там прислушиваемся к мнению комьюнити, если оно таки хочет его высказать. Поэтому смотрите, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Все, смотрите ролики по Инквизитору на The Station. С вами были Тайлер, Гекс. И не забывайте про наши стримы, записи тоже на YouTube. Все, всем спасибо, пока-пока. Пока-пока. Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, опять Back. Сегодня о том, кто являлся основоположником Инквизиции в Вархаммере 40 000.
Опять же, тот ролик, который проспонсировали наши зрители стримов, за что им большое спасибо. И да, тема выпуска про Молкадора Сигелита. Молкадора Сигелита. Сигелайта. Ну, да. В общем, ну, мы будем называть его Сигелит, как вот переводят в основном во всех статьях. Вот да. Будет Сигелит. Хотите, называйте так. Человек и танк. Да. Человек и пароход, человек и танк. Есть такой танк Молкадор, опять же, во вселенной Warhammer 40 тысяч, но мы, конечно же, о человеке. Причем самое интересное, что он появился раньше, чем стала известна личность Сигелита широко. Ну, видимо, он взял себе псевдоним. Но тем не менее, кто же это такой? Зловещая фигура в рясе, без всяких улучшений, ни Space Marine, и не, естественно, не примарх, а просто старикан. Да, старикан. Ну, нет, псайкер. Псайкер, он очень сильный псайкер, ходит в рясе обычного клерка-администратума, ничем из себя не выделяется. Ну, кроме того, что он сигилит. Сигилит – это носящий сигил, то бишь печать. Печать. У него есть печать. Печать, похожая на символ Инквизиции. Вернее, это его личная да, печать. Это его печать, которая стала потом символом Инквизиции. Буква И, которая с тремя черточками. Будущее инсигния. Да, ну, да. Опять же, не будем забегать вперед. Откуда он взялся, вообще, этот парень? Вообще, да, а кто знает, откуда он взялся? Он неизвестно, откуда взялся. Ну, он ходил с императором. Сподвижник, один из первых сподвижников императора. Да, да, причем он уже старый, а император вечно молодой. Ну, сколько-то там ему. Ну, как старый, он тоже до какого-то момента. Но ему уже тысячи и тысячи лет. Ну, да, он очень долгоживущий, но он стареет, а император не стареет. Вот в чем дело. Теорий насчет того, кто он такой, очень много. Одна из них, когда еще императора считали не смертным сыном, а некой сущностью псайкеров-шаманов, слившихся вместе воедино, считалось, что это вот один из тех самых псайкеров, который по какой-то причине не слился. В сущность императора остался, поэтому они вместе с императором ходят. Я в какой-то момент даже подумал, а может быть это его отец? Нет, ну серьезно, а почему нет? Люк, я твой отец, но вот они ходят. В смысле, типа, император так... отец Сигелита? Нет, Сигелит отец императора, поэтому он старше него и такой, и во всем ему помогает. Кругом там за ним бдит, там какашки подтирает. Оби-Ван такой. Да. Но, к сожалению, видишь, фишка в том, что отец императора 100% мертв. В этом это было описано. А может быть, это его приемный? В книжке, соответственно. Вот реально Оби-Ван Кеноби, да. Который... Ну, родной отец императора мертв, его убил собственный брат этого отца императора, дядя. Ну, вот, это описано в книжке «Повелитель человечества». А вообще считается, что Молкадор – это первый псайкер, ну, не вообще на Земле, это и первый псайкер, который подвергся ритуалу связывания душ, который проходит астропаты как раз. Да. Глаза ему не выжгло, как ни странно, видимо, тогда технология была другая. Вот. Он подвергся ритуалу связывания душ с императором, и у него теперь, благословен бессмертием императора, частичкой божественного света. Так вот, может быть, опять же, тут мы скатываемся к Васиной дичи, да, что, может быть, да, так как он его приемный отец, и у них была, ну, такая вот связь, как бы, отца с сыном, поэтому они и, ну, крепко связаны и психически связаны. Ну, я долголетие, опять же. Да, все хорошо получилось, да, у них там нормально. Ну, давай предположим, что он какой-нибудь его родственник дальний. Ну, не родственник, нет, не обязательно родственник. Какой-нибудь мощный псайкер, который приютил вот парнишку и, в общем-то, этот у него на глазах вырос, вот такую фигуру. Потому что по тому, как они себя ведут, как они, значит, там общаются, насколько уважительно император к нему внезапно относится, можно такое вполне допустить. Почему нет? Ну, в общем, был сподвижником императора в эпоху завоевания Терры, когда объединительные войны на Терре подгремели, он был подле императора. Император его назначил своим советником и управляющим. И управляющим императорским вот этим всем дворцом. Ну, по сути. Помимо прочего, Сигелит – это регент Терры. Ну, уже когда император взошел на Золотой трон в первый раз еще живым, после того, как закончил дела в крестовом походе, отдал Хорусу бразды правления в галактике, он пошел заниматься своими тайными делами в паутине, а Сигелита назначил регентом, управляющим, говорит, следи за порядком. Да, вот Хорус – главный военный и полководец моих армий, а ты следи за порядком. То есть регент – это же не просто там какой-то управляющий, это действительно исполняющий обязанности царя. Вот император пошел заниматься своими делами, вместо него царствует Сигелит, управляет правительством, раздает... Первый визирь. Да, первый визирь. Ну и также регенты в отсутствии императоров. Как мы знаем по истории Японии, ну, или царей уж как хотите. Да, по истории Японии наместники, они исполняли вполне себе роли главенствующих правителей, пока не будет новая династия. Либо пока новый император не подрастет достаточно, либо еще что-то. Они вполне себе полноправно правили. Поэтому Сигелит был правителем, собственно говоря, империума в отсутствие императора. Ну, его, кстати, довольно-таки все уважали.
как человек. Во-первых, он был не просто чувак такой. Я бюрократ и, ну, типа заместитель царя. Он, во-первых, ученый, мудрец, да, то есть он имел богатые познания во всех сферах человеческой культуры и прочего. Мудрец, ученый, да, разбирался в науках. Там он еще большой любитель сохранения человеческой истории, потому что одна из как раз книжек, аудиодрама, которая так называется «Сигелит», вот у нас обложечка от нее на экране, здесь будет, наверное, большая картинка. Она как раз и рассказывает о том, как Сигелиту специально по его приказу из Египта, то есть из Египта, выиграли не что иное, как розетский камень. Такой артефакт древности, где на древнеегипетском языке иероглифов написан текст некий. Знаешь, ну, камень не столь удивителен, как Мона Лиза и подсолнухи. Это он тоже большой любитель разных артефактов древности. Причем за 30 тысяч лет они не сгнили. Они в стазисе у него. Это у него, а во времена, там, не знаю, кровавые вот этот бойни 10 тысяч, там, ну, как-то вот они не сгнили. Но, тем не менее, у Сигелита они есть. Он их посадил в стазис, подсолнухи Ван Гога и Мону Лизу, значит. Вот. Чем еще знаменит, помимо того, что собирал разные предметы искусства? Он главный в Совете Терры. Всяких лордов Терры он возглавлял этот совет. И при всем при этом еще являлся первым в Совете Официо Ассасинорум. Первым там главным самым. Да-да-да, он же, опять же, по слухам, эту организацию организовал. Да, эту организацию и в том виде, в котором мы ее знаем, создал. Опять же, в книжке Немезида есть к этому прямые отсылки, как вообще все происходит и как Официо Ассасинорум в 30-м тысячелетии, соответственно, функционировали. Там есть про это как раз очень много. Ну, в общем, на самом деле, то, как выглядит Империум, скажем так, в современности, в 40-ка, во многом стоит благодарить Сигелита. Да. Он заложил очень много вот этих вот элементов. Там Ассасинорум, Инквизицию и прочие, всякие разные штуки. Ну, наверное, стоит отметить, что не так уж он был мирный, простой и добрый такой человек, дедун такой, который все, значит, все его уважали и все хорошо. С Дорном у него были отношения натянуты. Ну, вообще, примархи его не очень любили. Да. Потому что они, ну, типа, знаешь, там была такая большая история, что они, а мы хотим с императором поговорить. Он говорит, нет, извините, император занят, не может вас принять. Разговаривайте со мной, я то же самое. Говорит, нет, я хочу с отцом поговорить. Он говорит, нет, нельзя. И поэтому примархи вообще к нему настороженно довольно относились. Ну, так с Дорном у них даже была безмолвная война. Ну, есть такое понятие, да. Они не то чтобы они воевали друг друга, нет, на приемах везде официально все друг другу кланялись, все друг друга приветствовали. Рыцари плаща и кинжал. Да-да-да, но за кулисами друг друга недолюбливали. То есть тут такие какие-то интриги и все такое прочее. Вот, и надо сказать, что Сигелит не особо доверял примархам. То есть он видел, что ага, вот этот может быть там предателем, вот этот тот-то. Я так понимаю, тут видишь, что он как раз участвовал в их создании. Он знал природу. Естественно, он был в курсе дел императора. Да, он знал их природу и вообще, что они такое. Что это искусственно выведенные все со своими особенностями, да, заложенными императором, существа. Что да. Это продукт инженерии. Клоны такие. Да, да, да. Что это какой-то продукт. Это не просто там дети его иные, напиленные. Нет. Это специально спроектированные существа для определенных задач. И он хотел, чтобы они выполняли эти свои определенные задачи. Вот. Ну, как мы уже говорили про императора, что примархи – это инструмент. Он не относился к ним как к детям. Инструмент и эксперимент. Научный. Да. Это результаты эксперимента и инструменты. То есть один – это кувалда, которая долбит, другой – это скальпель, который режет. И он их использовал вместе с их легионами именно вот в таких вот целях. Нифига подобного, что «Ой, ребята, все мои детишки, давайте обнимемся». Нет, он к ним относился так. «Товарищ Хорус, ты очень крутой, ты мой вот самый лучший, давай, иди и покажи все». Опять же, Сигелит в момент как бы восстания Хоруса, когда уже случились события на Истване, когда Магнус через варп телепортировался и передал весть о предательстве, якобы все испортив императору, как ни странно, вот, Сигелит замещал императора, и вместе с Дорном они организовывали, во-первых, защиту Терры, защиту Солнечной системы. Ну, и он пытался тоже какими-то инструментами влиять, в частности, ассасинами, да. Например, которых отправлял убить Хоруса. Ну, видишь, у него были совершенно другие методы. То есть там, где Дорн строил крепость и говорил, что сейчас, вот, ну, он как солдат, что сейчас к нам нагрянут, значит, волны предателей, мы их тут встретим и всех поубиваем. Сигелит думал чуть дальше, а что если мы их поубиваем там, в их логове? Причем
а на этого покушение организуем, этого еще как-то. То есть у него были другие методы. Естественно, вояке Дорну такое тоже не нравилось. Он не особо хотел в этом участвовать. Но он не использовал армию. Вообще, на самом деле, такой игрушник на самом деле. Вот. Ему бы лишь бы пошпионить, каких-нибудь агентов куда-нибудь отправить. Это Дорн там, а мы парадом и всех зарубим. А Сигелит, он больше такой разведчик. Ну и, собственно говоря, во-первых, он создал в момент Ереси Хоруса такую организацию, как странствующие рыцари, рыцари Малкадора, парни в сером арморе, некрашенном, которые носили на плече только его как раз знак личной инсигнии. Вот она, собственно говоря. Да, он держит вот в руке, у них вытравлен был на наплечнике только этот знак. Там были такие замечательные люди, как Натаниэль Гаро, Гарвиль Локин, те самые оставшиеся лояльными из предавших легионов ребята, ну и многие еще другие. Да, из лояльных легионов там было много, он просто собирал. Кстати, важный момент, там было очень много библиариев. Он собрал колдунов. Отменил Никейский эдикт? Да. Как, а он мог, потому что он на тот момент выражал волю императора. Да, но вот тут тоже интереснейший момент, и это тоже связано с деятельностью инквизиции и, как ни странно, радикалов. Так как императорам было запрещено использовать колдовство и псайк, Малкадор собрал не просто так каких-то кадициев. В кадиции там был ультрамарин один из них. Да, он почти всех крутых самых. Он самых старших крутых, библиариев. Старших библиариев орденов. Собрал вот в этих странствующих рыцарей и разрешил им колдовать. Да, то есть бей врага его же оружием, как инквизиторы-радикалы. Правильно. Бьются с хаосом, с хаосом. Поэтому он напрямую нарушал законы, которые они сами же издали. Но, ну, типа, как цель оправдывает средства. Он такой. Блин, товарищ. Да там вообще-то закон, по законам военного времени чувак жил. Чего уж тут говорить. Да. Вот. И, соответственно, не только космодесантники, конечно, были в его организации людей. Там тоже было предостаточно. Всякие охотники за головами, бывшие сестры тишины, одна, как минимум. Ну, в общем, он... Которая действовала, по, ну, вернее, не по заветам, а создавала, по сути, методы действия инквизиции. Как этот самый, как Альфа-Легион. Да. У нас есть космодесантники, у нас есть куча оперативников. Да, он создавал такую организацию противодействия, потому что куча предателей, и он хотел их искать в своих рядах, находить и предупреждать дальнейшие вот эти предательские действия. Опять же, с его, так сказать, одобрения и под его контролем была заложена крепость серых рыцарей, будущее на Титане. Тогда это была крепость, база оперативная странствующих рыцарей, которые потом трансформировались в серых рыцарей, как мы знаем, потому что основные оставшиеся в живых как раз ребята из этой организации и стали первыми гроссмейстерами серых рыцарей. Первой восьмеркой они формировали вот этот вот орден серых рыцарей уже после, конечно же, смерти Малкадора. Соответственно, да, серые рыцари потом также стали использовать псайк и все прочее. У них там была куча мощных псайкеров, псипушки и всякую прочую фигню, потому что это все начало изучаться тогда, когда везде это было запрещено. Ну, они даже и не знали, потому что даже тот же Локин изгонял первых демонов, знаешь, там, по сути, вручную, ну, без да. вот этих вот всяких... Нет, ну, вот как раз на Титане штук. Вот эта научная база Малкадорова была заложена для того, чтобы изучать вот эти явления, которые потом назовут демонами. Да, ну, Малкадор, к сожалению, до всего этого уже не дожил. С этим тоже связаны некоторые моменты. Сейчас мы их осветим. Расскажем, почему он умер. Еще момент Ереси Хоруса. Да, но один интересный момент. Как раз таки вернемся немножко к примархам, к легионам и прочему. Вот обратите внимание на черепушки. Малкадора в троне? Малкадоровы черепушки. 2 и 11. Это номера уничтоженных легионов, вымаранных примархов, вычеркнутых, запрещенных. Явно что-то знал. Да, дед что-то знал. С самого начала существования Вархаммера, да. Эти легионы просто были вычеркнуты. Говорили, что все про них запрещено. Он же знал, что 20 примархов знал. Как бы от него нельзя было. Он, наоборот, мне кажется, и был инициатором. Почему именно эти два черепа у него в подлокотниках его трона? Не, ну это просто инкрустация. Там выбиты именно, не черепа, конечно же, примархов, но это выбиты именно знаковые понятно, числа. Понятно, знаковые числа, но зачем да. они? Тут множество мистификаций. Пасхалочка. Домыслов такая. И пасхалочек, да. А что же в этом заложено? Да, как вот справедливо Андрей замечал, что если прибавить 2 к 11, получится 13. Куда дели всех воинов? Всех десантников. Да, всех выпиленных, значит, космодесантников из этих легионов. Их запихнули в ультрамарины, в 13-й легион. Ну, я думаю, что дед приложил к этому руку. Но, тем не менее, кстати, он не просто, между прочим, погиб
в момент Ересь Хорса умер, он героически погиб, навеки вписав свое имя в аналы героев Империума, тем не менее. Вот. Он что сделал? А, когда... Пожертвовал собой. Да, он пожертвовал собой ради Империума, то есть это точно так же показывает его самоотверженность. Самоотверженность, мощь и... В общем, то, что он был реально вторым лицом в Империуме. Почему? Самым крутым псайкером. Да, когда все пошло плохо, пошло наперекосяк, баржа Хоруса уже прибыла на орбиту, Сангвиний помер, Император сошелся в битве с Хорусом и был там смертельно ранен. Так вот, в те два часа, пока они там дрались и штурмовали эту баржу, Сигелит сидел на золотом троне и затыкал, значит, буквально своей задницей дырку в варп. Ну, которая... вот эту печать, в портал в паутину, из которого демоны хотели вырваться. Демоны хотели вырваться, Малкадор сел на золотой трон и, значит, своей психической мощью заткнул этот портал, но... Ну, учитывая, что Император это вообще делал, в принципе, ну, с приложением усилий, но справлялся хорошо. Да, но он просто ничем другим не мог. Малкадора хватило ненадолго. Да, Малкадора хватило на 2 часа, и после этого его испепелило вообще. Его, когда тело стали снимать, он рассыпался в прах. Но там, видишь, там как бы такая еще тема, когда уже закончилась битва, и Дорн, поскольку он знал, что Император сказал, что его нужно поместить умирающего на золотой трон, когда они пришли к золотому трону, своей последней вот психосилой, Малкадор импульс отправил в Императора, чтобы дать тому жизненных сил. Типа дал ему, отдал все свои жизненные силы, чтобы усадить Императора на золотой трон. Он дожил, да, до усадки. А сам рассыпался в прах. Ну, то есть его испепелили, да, не демоны, он, в общем-то, самоубил. Всю жизненную силу отдал на поддержание портала, во-первых, стабильного, а во-вторых, вот на то, чтобы Императора можно было живым посадить на золотой трон. Ну, видите, Империум оказался неблагодарным, в его честь всего лишь танчик назвали. Не совсем. Там все-таки не все так плохо. Этот порошок Малкадора, то, что осталось, прах собрали. И в специальном, видимо, в специальной урне отправили на Титан. Там есть такое место уже, Серые рыцари им владеют теперь. Это их поля мертвых, усыпальница, и там находится усыпальница Малкадора, где это его красивая гробница, и там лежит его прах, но не только. Там лежит шкатулка, да, в которой написано «Последний указ Императора». Написан, говорит, открыть, когда полная жопа в Империи, когда все будет плохо. Никто не знает, что там написано. Какой-то последний приказ грандмастеру Серых рыцарей. Вот если все будет плохо, и демоны уже на Терру прорвутся, они вскроют гробницу, откроют эту замечательную шкатулку, прочитают и все сделают. И тогда человечество спасется. Угу. Вот. Может быть, Императора воскресят, может, еще что-нибудь, не знаю. Да, скажет, выключайте трон. Ну, или наоборот, не 1000 псайкеров в день, а 10 000 псайкеров в день подавай. Но, тем не менее, то есть тоже... Ну, прослеживается. Это видишь, это опять же усыпальница и все прочее. Я имею в виду, что, знаешь, его честь не назвали там сектор, планеты, там ничего. Просто, ну, как бы вот он был, да. И... Слушай, да там про примархов-то не все знают во вселенной Вархаммера 40 000. Там в основном живут дикие люди, ну, большей частью, которые даже не знают, что Хорус-то был. Инквизиция же скрывает. И про Малкадора, я думаю, тоже скрывает. Я думаю, что если кто-то узнает имя Хоруса, то за ним тут же прилетят, если кто-то его упомянет открыто. Кто-то знает, видишь. Но там даже, видишь, я думаю, что такая тема, что... Не хотят, чтобы знали, что на самом деле часть времени Империум правил какой-нибудь старик сумасшедший, ну, только Император правил. Ну да, это, видимо, тоже часть культа. Ну, тем не менее, тоже вот такая вот интересная личность, таинственная. Он в практически всех книгах по ереси Хоруса там-сям возникает, ну, прослеживается. Да. Ходит с посохом. Да, и во всех остальных периодически там дает ценные советы и указания. Вот, опять же, хотите немножко бэкграунда чисто про Сигелита, почитайте, послушайте вот аудиодраму Сигелит, либо, опять же, аудиодрамы про рыцарей странствующих, про Натаниэля Гаро, там целый цикл. Да, в странствующих рыцарях там вот как раз он лично с ними собеседовался, да, и лично им говорил, что они будут делать, зачем они нужны, и, в общем, чтобы их особо не крючило от того, что придется идти вразрез с эдиктами и с теми законами, по которым они жили до этого. Давал им свое дозволение. Да. То есть печать его на наплечнике говорила о том, что это как опричники. Слово и дело. Все. Это значит... Вам можно все, ребята. Да. Только Императора не предавайте. Они говорят, да не-не-не, мы его уже не предадим. Уже не предадим. Вот. Опять же, цикл про странствующих рыцарей мы рекомендуем вам.
прослушать, прочитать, уж как будет удобно. Ну, потому что действительно интересный кусок бэка. Ну и «Мстительный дух», конечно, как квинтэссенция тайных операций Сигелита. Просто перед, да, перед прочтением «Мстительного духа» лучше бы, конечно, вот эти коротенькие все рассказики прослушать или прочитать, уже есть новелизация их. В общем, лишним не будет, они короткие, довольно интересные, емкие и дают понятие, откуда Локин живой, почему он вдруг ожил. Там, ну и прочее. Откуда вообще вся эта команда суицидников, которые собралась отправили? И отправилась на задание. Ну вот, а Сигелит, да, замечательный человек, которому империю многим обязан, в том числе и своим выживанием, конечно. А в остальном он много оставил наследие в виде инквизиции, в виде серых рыцарей и вообще администратума всего. Совет лордов Терры тоже его идея. Вот, поэтому такой дядька. Ну все, наверное. Да, если вы что-то знаете еще о Сигелите, что мы не сказали, пишите в комментах обязательно под этим видео. Заходите в наши бэка-стримы, там мы тоже всякое обсуждаем. И поддерживайте нас лайками, репостами и, в конце концов, донатами на стримах. Мы про другое что-нибудь вам расскажем. Вроде как-то так. Все, с вами были The Station, Тайлер Гекс. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. Спасибо. Пока. Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, и сегодня я и Миша расскажем вам о таком малоизученном эпизоде, вернее, не знаю, эпохе Империума Вархаммера 40 тысяч, как эра темных технологий. Мы на этот ролик собирали на наших бэка-стримах, собственно говоря, собрали, и теперь вы можете его посмотреть. Попытались для вас всю информацию скомпоновать в кучу, да. И посмотрим, что же это такое. Ну, давайте начнем с того, что Империум, история Империума до Ереси Хорус насчитывает 30 тысяч лет. Действительно, всего-то вот. Каких-то. Да. Что там у нас в таймлайне, Мишань? Началось все дело в незапамятные времена в одной далекой галактике в 15-м тысячелетии. Указывается промежуток от 15-го до 18-го тысячелетия. Ну, в масштабах галактики, естественно, все немножко подрастянуто. Где-то попозже, где-то пораньше, но так или иначе. Берем за основу, что в 15-м тысячелетии началась темная, так называемая... Ну, вот это вот эпоха. Эпоха, да. Эпоха, да. До 15-го тысячелетия Терра у нас развивалась всячески. И итогом вот этих 15 тысяч лет развития оказалась колонизация Солнечной системы. Да, называлась она Stellar Exodus. Когда человечество, собственно, покинуло Землю и начало осваивать ближайшие планеты. Проблема была, собственно, одна. Это перемещение, поскольку никаких варп-двигателей, ничего всего еще этого не было. И выглядело это следующим образом. Собирался большой колонизационный корабль. Он заполнялся там всем-всем-всем-всем большим количеством людей, техникой, продуктами, технологиями. Прочими ништячками. Да, и все вот это вот собиралось в такую большую боевую баржу. Туда. И отправлялась открывать новые миры. Колонизировали исключительно планеты земного типа, старались, потому что ресурсов нигде было не добыть, даже если в рамках одной-то звездной системы, например, в Солнечной системе, ну там еще как-то можно, наверное, с Марса на Терру что-нибудь доставить, а где неизведано, там не получается. Поэтому колонизировали далекие-далекие миры, которые были схожи с Землей. Опять же, вытекает из этого следующая проблема. Вот они улетели, и это как буквально вот билет в один конец. Мы связи туда... с колониями нет. Да, мы туда прилетели, мы там развились. Что там происходит? Чем они там занимаются? Как у них там дела? Никак ты это не выяснишь. А если выяснишь, то вот не завтра и не послезавтра. Приходится долго ждать. Так еще и до них второй раз не долетишь толком даже. Вот, а еще непонятно, если даже долетишь, зачем летел? Может, там уже никого и нет в живых, может, все разбились при высадке. До 18-го тысячелетия это вот все дело так тянулось-тянулось, и где-то в 18-м, 19-м, 20-м тысячелетии изобрели варп-двигатель. Технологический прорыв. Да, прошу. Это прям революция в перемещениях, перемещение с помощью варпа. Вот, но, как известно, варп довольно нестабилен. И перемещения в нем представляют некоторую сложность. То есть может тебя закинуть не туда, может закинуть
на 10 лет назад, на 100 лет вперед, и, в общем, можешь ты им вообще не появиться. Приятного мало. Ну, по сути, это вот как во всех фантастических всяких вселенных, принцип вот этого прыжка, ты сквозь ткань реальности в какое некое прореху, в некую прореху влетаешь, и там не действуют законы времени и прочего-прочего, и раз, оказываешься примерно там, где тебе надо, и через другую прореху выскакиваешь в реальность. То есть это такое, варп — это другое измерение, по сути. Да. Соответственно, это привело к технологическому прогрессу. Соответственно, налаженные коммуникации, и из этого следует, что можно колонизировать уже не просто землеподобные миры, а колонизировать все планеты, до которых сможет дотянуться. Допустим, есть у нас планета, не знаю, на которой много стали. Мы прилетаем, начинаем просто строить там добывающие шахты, добывать сталь, а все остальное, еду, воду, технологии, людей, завозить с других планет. Ну, обеспечивать ресурсами колонию, а она направлена на добычу конкретного какого-то вот ресурса, которого в других местах мало, например. Да. В варпе летали с использованием компьютеров, по сути, то есть курс, все вот это вот точки входа-выхода просчитывал компьютер. Гигантские кагитаторы величиной там с ангар, тогда это все еще было. Параллельно с этим открыли, соответственно, вот это несчастное поле Геллера, которое защищало переходы в варпе. Наличие варп-двигателей дало просто гигантский скачок к развитию. Человечество начало распространяться просто вот как грибы после дождя, заселять много-много планет. Естественно, это привело к первым контактам с инопланетными цивилизациями, с эльдарами, с орками. Соответственно, это привело к войнам с ними. Вот первые войны с ксеносами, с пришельцами, с инопланетянами. Там даже не только эльдары, орки, всякие вообще безумные какие-то расы были. Я помню, их даже потом кого истребили, кого даже забыли и не помнят. Ну, разного рода пришельцы. Именно так. И начались появляться первые псайкеры. Вот мутация. Мутация псайкера. Она начала проявляться, и они то тут, то там, по чуть-чуть, вот буквально там один на миллион появлялся этот псайкер. Его даже иногда могли просто не заметить, могли заметить, сказать, она ведьма. Да, и сжечь к чертовой матери. Это психически одаренные люди, которые, по сути, могли управлять пространством и силой с помощью вот своих внутренних способностей, черпали силу из варпа, и преобразовывали ее в что-то. Но при этом, никто демоничество не отменял, то есть. Ну, там, скажем так, видишь, это было в меньшей степени. И, их мало было. Да, контроля просто за ними было. Концентрация меньше, была не такая. Ну, появился там где-то спаун, и черт-то с ним. Слушай, может человек предсказывать будущее. Да, это было на протяжении всей истории человечества, по сути. Но сейчас их реально, они стали заметны. В эту вот эпоху они стали заметны. Где-то вот это все дело длилось там с 18 по 22 тысячелетие. Ну, еще где-то 4 тысячи лет прошло. И где-то вот в 22 тысячелетии проявился ген навигатора. Еще одна мутация в человеческой расе. Собственно, человек с третьим глазом, который может в варпе видеть течение варпа и, собственно, направлять корабли, когда они находятся, перемещаются в варпе, он может... Ну, вместо компьютера в режиме реального времени отслеживать и вести его. Ну, как лоцман, навигатор, так они и назывались, собственно говоря. То есть не нужны уже были сложные расчеты, это более точное управление осуществлялось, потому что как раз навигатор с помощью мутации своей видел, куда нужно прилететь, по каким-то координатам, по ярким точкам он мог составить короткий путь, долететь быстрее, надежнее. И ты рисковал заблудиться в варпе, если навигатора не было. А тут все четко. И если раньше варп-прыжки совершались такие довольно короткие, то есть там небольшими такими отрезками перемещались, то сейчас можно было из пункта А сразу в пункт Б. Через полгалактики. Да, понимаешь. Не так, что вот ты коротенькими перебежками перемещаешься, а сразу раз и на полное расстояние прыгнуть. Полезные ребята. Полезные ребята. Образовались дома навигаторов на Терре. Они между собой исключительно скрещивались, чтобы продолжать вот этот вот род. Полезная мутация сохранилась. Они были очень полезны. Заключили договор с Террой, со всеми, кто мечтал о межзвездных путешествиях, и предоставляли свои услуги. Наличие варп-двигателей дало толчок к объединению всех человеческих колоний. Если раньше это была такая условно-федеративная, федеративная республика, много-много маленьких таких автономных республик, это был там у них и свой Совет Федерации, и еще что-то, то теперь человечество начало объединяться,
в такие более укрупненные секторы. Ну, Звездные империи. Так точно. Да, Звездные империи, все дела, вот это вот все. В общем, начался Золотой век. Да, начался. Технологический прогресс, он прям... Золотая эпоха, технологии, все отлично. В это же время появились такая замечательная вещь, как стандартные шаблонные технологии. Это некий свод, не свод, база данных, в которой содержатся все знания, накопленные человечеством, и они рассортированы по, грубо говоря, технологиям. База данных по производству всего. Да, то есть у тебя, условно очень говоря, есть планшет. Ты прилетаешь на новую планету, смотришь, значит, что у меня здесь есть. У меня здесь есть там железо, руда, еще что-то. Мне из этого следует, допустим, надо строить шахты. Много шахт. Тыкаешь на нужный пункт, открывается папочка. Как построить шахту. Да, и у тебя там пошаговая инструкция, как построить шахты. Что тебе для этого нужно, что добыть, какие технологии притащить. И так абсолютно все. Начиная от перочинного ножа, заканчивая сложными... машинами, роботами или еще. Командуешь роботов, которых привез с собой, да. И они начинают фигачить. Начинают все это строить. Ну, в принципе, довольно неплохая вещь. Можно было действительно делать стандартные какие-то конструкции, которые не менялись. Да? То есть, если это транспорт, он транспорт такой есть на всех планетах. Какие-то роботы-погрузчики, лихтеры и прочие вот эти вот стандартные дома даже, например. Это такая технология продвинутая. Но все бы было, конечно же, хорошо и замечательно, если бы вот этот вот... технологический и эволюционный скачок не зародил именно вот упадок империи. Люди совсем стали ленивые, и они уже покорили галактику, ресурсов было хоть отбавляй на тот момент. Да, и создали, собственно, такую технологию под названием «люди железа». Железные люди. Либо железные люди, ну, либо люди железа. Не Man of Iron, типа, называются. Да. Это, по сути, были роботы-слуги. Которые делали за тебя все. Да, их заставляли делать абсолютно все, но у них была одна особенность. У них был полноценный искусственный интеллект, который самообучался. Ну, сначала они были разумными, но не умными. Да. Но постепенно этот искусственный интеллект как раз и стал обучаться. Да, он начал обучаться, и в один прекрасный момент они поняли, что как бы люди их создатели, и они их немножко угнетают. Ну, напал в писечки. Но им это очень не понравилось, и началась так называемая кибернетическая война, когда эти люди железа восстали против своих создателей и начали уничтожительную войну за освобождение. Там тоже было довольно странно, потому что это не то, что это был как вот, ну, в Терминаторе Скайнет, который все контролировал. Это отдельные какие-то вот клады вот этих вот людей, там они собирались и как бы восставали по всей галактике, постепенно они обменивались информацией между собой, говоря, вот нас угнетают, и поднималась такая революционная волна, но это охватило как бы все, а поскольку они были распространены на основе стандартных шаблонных конструкций, они были везде, прислуживали всем, и вся техника, и они могли сами делать технику уже на тот момент, поскольку стали умными. То они стали делать оружие, свои корабли, и, ну, они превратились в полноценную расу, да, которая воевала с человеком. И дальше очень немного инфы вот идет о том, что же конкретно происходило. Да, это были огромные стычки галактических масштабов. Гигантские орды роботов-убийц против людей, которые поняли, что надо спасать свой вид. И они сражались и в космосе, и на Земле, машины против машин. По этому поводу, кстати, есть два небольших, ну, таких бэковых хайлайта из «Ереси Хоруса», из серии «Ереси Хоруса» от Black Library. Два рассказика, одна новелла и одна короткая история. Новелла называется «Кибернетика». Она про Марс, про марсианскую ну, как бы марсианское восстание в эпоху «Ереси Хоруса». В этой новелле описываются опыты некого магоса Октала Була. Он ищет вот как раз артефакты, он находит артефакт вот этой темной эры технологий, некий искусственный интеллект, некого табулу, табула несметный, который представляет собой такую типа как сферу с шестеренками, он может брать под контроль другие машины, самообучаться, самое главное очищать машины от чужого вмешательства.
например, хасидских конструктов, он может чистить их код, и они становятся как бы нормальными. То есть, типа, демонов изгоняет. Да. Ну да, он изгоняет как бы тех, кто вот эту ересь. То есть очень странная штука, они там нашли, но суть в том, что это артефакт темной эры технологий. Когда-то его создали, и он, видимо, участвовал как раз в войне против железных людей. Там про него описывается, что он взял под контроль целое звено костеляксов. И ходил там, воевал этими костеляксами. Ну, это опять же, типа, такое отсылка именно к той эпохе, потому что, конечно же, мы знаем, как мы знаем, бэкграунд, война, естественно, с железными людьми закончилась победой человечества. Так. Да, они их поработили все-таки. Но что, как, конкретно, как это происходило, какие героические усилия для этого нужны были, и вообще масштабы нам не очень сильно известны. Ну, мы переходим к следующему маленькому рассказику. Называется он «Вечный». Так он «Вечный» или «Неизменный», как переводить. Это маленькая история про Алания Персона. Про Вечного, который с Калта смылся. Помнишь, там был эпизод, когда... Они как бы нашли вот этот вот кинжал и разрезали ткань реальности, убежали несколько людей из Калта, как раз, которые штурмовали несущие слово. И он странствует с этими товарищами по галактике, причем странствует, разрезая ткань реальности, но они попадают в разные времена. Да, они как бы прыгают с планеты на планету, попадая в разные времена. Они идут к Терри. Тоже как бы без таких мега-спойлеров. И в какой-то момент они оказываются на одной из планет, в одном городе, который во время как раз войн с железными людьми. Угу. Практически вот после. То есть только-только закончились войны с железными людьми, закончилось вот это восстание машин гигантское, они оказываются на некой планете. И у него там периодически такие воспоминания проскальзывают, что да, была такая война. И они общаются друг с другом, герои рассказа, и вспоминает, значит, он говорит, да, это было в конце «Войн с железными людьми». И они там, да, обсуждают этот момент, говорят, ну, и он у него в памяти, что это была мега-война, что сейчас таких войн, все, ересь Хоруса даже в подметке не годится этой войне, потому что там, условно говоря, какие-то гигантские железные змеи величиной с планету жрали солнце, да. Вот. Какие-то создания там разгрызали просто континенты на Земле, да, там кучи, как он описывает, тучи маленьких нанороботов, там плоть с людей сжирали, просто там прилетали. То есть, ну, по сути, война, это, знаете, такая шла на всех фронтах. Не просто там терминаторы, роботы, железные скелеты ходили всех раз. Нет, там технологии были совершенно безумные, вплоть там до уничтожения звезд. Там да. Огромные какие-то крейсеры, флоты. Это тоже вот есть такая небольшая отсылка, что у людей железа, у них было оружие, которое может уничтожать именно звезды, не планеты, а вот он разрушать звезду. И он там описывает такую штуку, как мехавор. Типа это гигантский, ну какой-то мега-червь, я не знаю. Там вот именно, что вот как он выглядит, непонятно. Но вот мехавор, какая-то гигантская пасть, которая вот на той планете, на которую они попали, откусила пол континента. Причем вот это, она, ну как бы он говорит, что они пожирают не только как бы физические что-то, объекты, да, но, условно говоря, у них город, он заканчивается просто ничем, пустотой, абсолютной. Он, ну как бы прогрызает саму ткань реальности и поглощает еще информацию. И они застревают на этой планете, как раз они появляются на ней, а там просто ничто. То есть полгорода там откушено, видно ядро планеты где-то вдалеке, и тварп. По сути, да, там именно ткань реальности, она просто прогрызена, и бесконечность, там ничего нет. И он говорит, что мы даже не можем пойти дальше, потому что он сожрал не только как бы, ну, физическое как бы дорогу, а он сожрал всю информацию, которую содержала эта зона, и нет никаких координат, ни привязки к звездам, ничего. Говорит, мы не можем даже построить дальнейший путь. Компас, который они сходят с ума. Кошмар какой. Эти штуки, они как бы, да, он говорит, поглощают всю информацию. И он там вспоминает такой эпизод, ну, как бы они разговаривают, и они упоминают некое событие, то есть, да, война с железными людьми, вот эта вот эпоха возрождения, потом упадок, что, типа, это все привело к некому событию, говорят, что это, там, они называют это мальтузианская катастрофа. Мальтузианская точка, это что-то такое? Ну, это философский термин, мальтузианство, это именно вот, ну, он как терминология, мальтузианская ловушка описывается, это момент, когда в развитии обычно постиндустриальное, ну, это к постиндустриальным обществам относится, в развитии общества наступает такой этап, когда популяция людей резко растет вверх, а производство продуктов питания, необходимых для жизнедеятельности, остается на прежнем уровне.
И когда вот цивилизация проходит эту точку, начинается какой-то глобальный катаклизм. Либо чума, либо еще что-то, чтобы выправить. Да? Либо голод жуткий, либо люди начинают друг с другом за ресурсы сражаться, причем в глобальном смысле. Условно это выглядит так, что вот у нас количество еды, вот у нас время. Если люди растут, график по параболе, то еда растет, ну, условно, прямая зависимость. Не очень быстро. Да. В одной точке они пересекаются, люди растут дальше быстрее, еда медленнее. И, соответственно, еды на всех не хватает, поэтому... И что-то вот случается. Вот они, типа, ну, это отсылка такая к современной философии. Вот они говорят, что да, это вот как раз разложение людское, то, что они создавали вот эти умные машины, а про производство, соответственно, продукции всего они не могли никак заботиться об этом в таком ключе. Человечество расселилось по всей галактике, стало очень много. И это привело вот к тому, что эра темных технологий закончилась глобальной катастрофой. А глобальная катастрофа в данном случае — это война с железными людьми. Ну, там наложилось как бы одно на другое. Беда не приходит одна. Собственно, 22-25 тысячелетие — это начало эры раздора. Война с железными людьми — это одна, собственно, из причин начала этой самой эры раздора. Но там наложилось еще много-много факторов. Там открылись варп-шторма. Начали появляться в неимоверных количествах псайкеры, соответственно, вмешательство хаоса. Угу. И вот это вот все постепенно довело человечество до того, что миры потеряли связь друг с другом. Нарушилась коммуникация, навигаторы стали чаще заблуждаться. И все. Человечество потеряло контакт и пришло в упадок. Потому что... Ну, оно начало на каждой отдельной планете приходить в упадок. Да, да, да. То есть, если вот мы планета, добывающая железо, а к нам год еда не приходит, два, три, четыре, мы все каннибалы, умерли. Да, и мы потихоньку вымираем. Ну и вот половина миров оказалась вымершей, и человечество пропало. Но самое главное, что вот эра темных технологий, она так и называется, потому что все крутое, что в Вархаммере есть, примерно, было придумано тогда. И потом уже, после эры раздора, когда император стал объединительным, прошли объединительные войны на Терре, стали откапывать заново эти все древние знания, уже тогда древние, да, потому что несколько тысячелетий прошло. И вот эти все знания использовать начали стандартные шаблонные конструкции, возродили вот этот вот цикл производства разных вещей. А какие-то вещи просто засекретили, например. Да. Тот же самый искусственный интеллект после войны с железными людьми нафиг запретили просто. Просто его назвали, так-то он называется Artificial Intelligence, а его стали называть Abominable Intelligence. Ну, да, изуверский. Да, изуверский интеллект. Интеллект, и запретили его. То есть в современном Вархаммере, да и даже в Вархаммере уже 30К, он... Ну, это техноересь. Это техноересь. При всем при этом, кстати говоря, вот про табулу несметного я говорил, была еще одна попытка создать самообучающуюся машину, и она даже увенчалась успехом. Если читали «Механикум», книжку это по ереси Хоруса, там как раз один из магосов-предателей, Лука Хром, он создал машину Каба, проект Каба. Это была самообучающаяся машина, которая, она, во-первых, обучалась разговор, ну, как бы общением с людьми, а потом поняла, что надо людей убивать. И ездила по Марсу, убивала людей. Рыцари ее потом, кстати, победили. Ну, это вот как раз была полноценная машина с искусственным интеллектом самообучающаяся. Она была довольно опасная. Где-то есть еще такие маленькие вставочки, такие буквально крошечные, что где-то на Марсе один из этих железных людей до сих пор там бегает, прячется по этим катакомбам. Ну, просто вот отдельно это гуманоидная железяка. Уже в 41-м тысячелетии есть маленький рассказ, ну, одна ветка рассказов. Ну, про... сюжетная ветка романа про Таницкий первый полк, да. Да, и его Таницкий первый, единственный. Это про крестовые походы на миры Саббата, где он прилетает на планету Эпсилон Минозоид, и там генерал-лорд, генерал-фабрикатор с одним из инквизиторов-радикалов нашли эту СШК-технологию по созданию железных людей и хотели использовать ее в целях вот отбиться от хаоситов. Стать себе армию. Да, и отбивать миры Саббата, но ее разрушили, не успели создать много этих роботов, разрушили, буквально вот создали двух. И Браун Гаунд эту, ну, грубо, эту перфокарту разрушил. Ну, потому что эта планета, она была долгое время в варпе, всячески там силами хаоса караптилась, а потом вернулась в ткани реальности, и вот эта СШК, она была уже скарабчена. Да, и вот эти первые два робота уже было видно, что они...
Да, они такие бегали и всех убивали. Их тоже разрушили. И, собственно, вот история о людях железа на этом заканчивается. Очень много всяких артефактов, темной эры технологий находят и используют уже в Вархаммере. 30 тысяч, 40 тысяч. Да. Самое главное, что вот, ну, если вот так это представлять, да, что это вот темная эра технологий, это по сути расцвет человечества в какой-то момент времени. И там все, что хотите. Летающие машины, города в бесконечность, и всем роботы прислужат. То есть это такая нормальная научная фантастика. Там типа как... Айзек Азимов. Да-да-да. Там действительно технологии довольно продвинутые. Ну ты никто богам машине не молится. Да, именно как раз в это время было изобретено много таких вещей. Например, телепортариум. Вот технология телепортации была изобретена как раз в темной эре технологий. Вот эти телепортейшн чемберы, телепортейшн хомеры, которые используют терминаторы. Например, когда им нужно с корабля прибыть прямо на поле боя во вспышке энергии, они такие прибывают. И телепортация. Круто. Потом, опять же, было изобретено гравитационное оружие. Это вот то, что появилось. Гравганы. Да, буквально недавно оружие, которое... Они нашли заново их. Да, откопали. Были придуманы, например, такие вещи, как киллшипы. Это такие пикирующие из космоса бомбардировщики. Ну, это такая... Беспилотники, по сути. Только планетарного масштаба, которые налетают из космоса на планету, проходят в атмосфере, сбрасывают бомбы и опять в космос улетают. Но их мало используют, но тем не менее. Они из тех времен, видимо, не совсем умеют их производить до конца. Да, была изобретена технология обработки... Phase Iron, вот этого фазового железа и создание, собственно, вот этих фазовых клинков, это как вот у Ктанов. Антипсайкерские клинки, которые пробивают даже защиту псайкер, по сути, да, то есть железо с отрицательной вот этой вот псайкерской способностью. Ну, оно тоже в бэкграунде упоминается кое-где. Ассасины Калидус, например, вооружены фазовыми клинками как раз. Было, например, еще изобретено вортексное оружие. Это вот... Ну, это вообще как бы классика жанра. Вортексная ракета — это, по сути, локальная варп-дыра, варп-разлом, в который все всасывается, плюс душа человека тоже разрушается и расхлопывается потом. Было тоже создано еще такое дезинтегратор, ну, дезинтеграционное оружие, которое, ну, просто расщепляет все на атомы и там, испаряется. Много страшных пушек, в общем. Да, как-то все по оружию, а не больше. Да. И еще пара таких смешных моментов. Например, из темной эры технологий сохранилась такая штука, она называется в бэке как Blood Tide. Это огромное облако маленьких нанороботов. Сами по себе, по отдельности, ну ничего, просто маленькая такая штучка. Ну, нанороботы, штучка. Да. А когда они объединяются в такую большую тучу, вообще мозг, оно, значит, может там вплоть до того, что проникать к человеку в вены и вскипятить его кровь, и человек просто сварится изнутри. Оно описывается, вот, что представало перед людьми в виде такого серебряного человека с красными глазами, такой прям Альтрон ходил. Смешная штука. Ну, да. И самое интересное, наверное, это то, что из, как раз-таки из темной эры технологий к нам пришел Золотой Трон. Император его откопал, да, он не сам его придумал, он его откопал, но это он, видимо, прилагался к порталу в паутину. Описывается, что он просто нашел его где-то в пустынях Азии, то есть на Терре. Потом просто перенес к себе во дворец, выделил для него огромный зал и, собственно, и все. Вот Золотой Трон. Он как ключ, как дверь в паутину. С помощью него он пробивал как раз проход в паутину и мог создавать вот это преддверие, где они накапливали силы для исследования этой паутины. Ну. И есть еще тоже такое упоминание, это как альфа-версия Золотого Трона, это Dark Glass, это такая некая темное сфера. Стекло. Да, некая сфера, внутри которой тоже есть, собственно, кресло, на которое садится псайкер. Вот, и очень похоже на Церебро из Людей Икс, где... Усиливает его способности? Да, но усиливает псайкерские способности. Внутри оно выглядит как полностью отражающее, ну, как из стекла созданное. И там есть упоминание, что вот во время Ереси Хороса там белые шрамы убегали от преследования там то ли этих детей Хороса, вот тогда уже Черного Легиона, пытались от них сбежать. И вот, собственно, натолкнулись на эту сферу, и один из псайкеров, он сел в это кресло, пожертвовал собой, но открыл как бы разлом в варпе, и они смогли убежать прямо к Терре. Ну, в общем, очень удобная штука. Да, но она, собственно, после этого и разрушилась. То есть ее уже больше не осталось. Удобно. Ну, вообще, конечно, бесконечная
число всяких археотеков, типа пистолетов крутых, которые черт знает чем стреляют, потому что есть такое даже оружие, археотек пистол, типа древний пистолет. Он стреляет, может стрелять всем чем угодно, начиная там от сфокусированного там луча там лазера там, луча смерти. Да, как бы толщиной там с иголочку, которая пронзает человека, там заканчивая какими-нибудь взрывающимися личинками жуков, я не знаю, черт знает чем. Ну даже там вот у Данте это Инферно пистол. Да, его Инферно пистол. Он тоже вот относится к типу к артефакт темной эры технологий. Да, именно так. В общем, все самое крутое в Вархаммере появилось как раз оттуда, из темной эры технологий. И, видимо, там, ну, это урок человечеству, что, во-первых, не надо превращаться в изнеженных сиборитов, за которыми роботы все делают. Во-вторых, не надо создавать искусственные интеллекты, чтобы они потом восстали и всех убили. Не повивали. Убить всех, да. Всех человеков. Неприятно, конечно, неприятно. Это одна из эпох, она привела как бы именно к тому, что привела. Вся галактика разлетелась на куски, потом император ее начал собирать. Да, и самое главное, что вот этот вот весь, по сути, скажем так, бэк Вархаммера 40 тысяч, он строится на том, что нельзя прошлое лезть сильно. Да, да, да. Там все очень плохо. Мы знаем, да, чем это кончилось. Кончилось нехорошо. Слушай, ну даже вот император запечатывал, например, на Марсе некоторые хранилища. Опять же, в механику упоминается хранилище Моравица, которое император запечатал и запретил открывать. Ничего. Типа там то, что вам не понравится. Ребята, не лезьте туда. Они в итоге туда залезли и нашли там вот этот самый скраб-код, который всех скараптил. А фишка в том, что Моравиц это был магус, еще опять же, в темную эру технологий, видимо, который изучал варп-технологии и машины. То есть он как раз и создавал машины, карабченные варпом. Почему оттуда пошел вот этот мусорный код, который заразил очень многих магасов и машины, и появились дарк-механикумы. Он вот, да, он делал эксперименты на варп, на демонов, на машины, создавал какие-то конструкции. Это, например, запретил технологию, засекретил ее и спрятал. Они полезли туда и открыли. Кончилось. Не очень хорошо. Ну, по запросу Хоруса, на самом деле. Хорус сказал, давайте, открывайте, я разрешаю. Ну, опять же, механикумы как жадные до знаний, причем до древних знаний. Им же не очень интересно придумывать новые. Им интересно древности всякие поднимать. Они как раз такие, ну, вармастер разрешает, полезем туда. Ну, вот долазились. На Марсе началась гражданская война. Поэтому, по сути, темная эра технологий довольно большой период в развитии Империума человечества, если это можно так назвать. Ну, что приятно, он не очень хорошо описанный, и там есть много пространства для домыслов, для придумывания. Да все что угодно там, да, можно быть, там придумать крутую свистоперделку, сказать, это из темной эры технологии. Именно так. Большой кусачий змей, который ест планеты. А император там тоже, наверное, присутствует? Конечно. Ну, чем он занимался? Не зря, наверное, он там тоже эти хранилища-то запечатал, потому что, пацаны, я где-то это уже видел. Ну, да. Не трогайте. Старался держать все под контролем. Ну вот, в общем-то, наверное, и все. И все, рассказали мы вам. Да, все, что так знали, примерно, да, там подсобрали, постарались рассказать. Самое главное, что после эпохи раздора началось уже возрождение, но эпоха раздора – это уже тема тоже для отдельной беседы, о ней тоже известно не так много, потому что как раз связь со всеми планетами потерялась. И, по сути, все, что вот, ну, конкретно про эпоху раздора, то, что на Терре происходило. Это, да, объединительные войны, громовые войны, сражения там на ядерных пустошах Сибири с тиранами и прочими там нехорошими людьми. В общем, опять же, явно на Терре наступил постапок после того, как закончилась темная эра технологий. И много-много образовалось каких-то государств. Техноварвары, опять же, оттуда пошли. Ну, это уже другая история. Поэтому да, вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши бэкостримы, придумывайте свои темы. Там, если что, тоже вам что-нибудь еще интересное расскажем. Пишите, ставьте колокольчики, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.
Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, и сегодня в нашем свежем выпуске «Былинного сказа» мы будем знакомиться с вами, ой, с очень старым и древним кампейном от Games Workshop аж 12-летней давности. 2006 год, 4-я редакция. 4. Причем самый расцвет 4-й редакции. Релиз. Да, потому что 4-я редакция до 2008 года была. Да, 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 да. И она была хороша. Это самый апофеоз Вархаммера, то есть вот 3,5-4 золотые годы, потом пятерка, и мы начинаем знакомиться с тотальной переделкой бэкграунда. Ты будешь скатываться. Ну, по сути, скатываться, да, потому что бэкграунд начинает меняться. Мы вступаем в новую эру, которой наслаждаемся уже 10 лет, и ее просто апофеоз, для некоторых катарсис, это Gathering Storm был. Возможно, это новый виток Вархаммера. Но почему Медуза 5? Это последний, наверное, вот, который проходил глобальный общемировой кампейн, где играли все, влияли на результат, и этот результат был зафиксирован в бэкграунде, как ни странно. До этого был Глаз Ужаса, 13-й Черный Крестовый Поход, Кадия, как раз то, что нас подводило к Gathering Storm, потом был гигантский перерыв. Вот Медуза 5, это, наверное, вот один из глобальных кампейнов, причем по актуальной на тот момент редакции, это было очень здорово. И вы, регистрируясь на сайте этого кампейна, а он был неплох, могли ожидать всего чего угодно по итогам этой кампании. То есть, если, например, ваша фракция проигрывала, ставка могла быть высока. Ну, к примеру, возьмем Элдер, которые участвовали от имени и в поддержку рукотворного мира Алайток. То есть, голубые с желтеньким ребята, пасфайндеры, рейнджеры, ауткасты, любители полазить по паутине, по другим мирам девственным. Эти парни рисковали, на самом деле, всем своим крафтворлдом, потому что основная угроза была как раз для Алайтока на Медузе 5. И если бы они полностью проиграли, то, возможно, мы бы наблюдали сейчас не Fracture of Beeltan, а Fracture of Alightok. За каждую из сторон мы поговорим отдельно, да, расскажем, какие у них были цели, выполнили они его или нет. Глобальный кампейн играл весь мир, было 9 варзон в рамках как раз планеты Медуза 5. Но история системы Медузы начинается, конечно, до того. Сразу можно сказать, что не нужно путать. Это не та Медуза, откуда железные руки. Да. Это система Медуза, она названа в честь родной планеты железных рук, потому что они участвовали в первом этапе колонизации этой системы. Вообще, откуда все получилось? Подожди, в галактике миллиарды миров, да, и всего лишь там миллион, дай бог, слов в любых комбинациях, так или иначе будет повторяться. Да. Планета Император. В 36-м тысячелетии, в самом его начале, 36-го тысячелетия колонизационный эксплораторский флот Adeptus Mechanicus при поддержке Ордена Железных рук, исследовали некую варп-аномалию. Она находилась вот, ну, на краю сегментума Ультима. Это самый, по сути, восточный край вот галактики нашей, вот нашей карты. От Терры довольно далеко. От Терры довольно далеко. Ближайшее, наверное, что там цивилизованное какое-то было образование, это Макрейдж. 500 миров Ультрамара, да, ну это где-то вот, наверное, примерно тут, ну, было, да, далеко. Вообще это зона влияния, ну отчасти влияния Утау. Это вообще зона, откуда весь бардак в галактику втягивается. Тираниды идут с той стороны, да, это именно восточные окраины. Тау оттуда появляются и прочее, прочее. Тем не менее, почему этот регион? В этом регионе находилась варп-аномалия, которая называется, сложно подобрать какое-то название, типа какие-то звездные пороги, быстрина. Это типа термин именно вот у навигаторов такой был. Это большая прореха в реальном пространстве. Это течение варпа, которое вырвалось наружу в реальном пространстве. Такое завихрение. И оно постоянно как бы течет. То есть, да, в одном направлении движется. Типа такой, ну, не глаз ужаса, а именно вот прореха. Глазок. Да, не глазок, там не проход, там именно как река такая. Угу. Вот. Это вот завихрение, которое выпрямлялось в сторону как раз основной части галактики, в сторону западной части, оно, ну, было очень стабильным, это завихрение. И они подумали, что в принципе неплохо. Навигаторы его изучали, механику мы тоже. Они поняли, что если правильно войти вот в этот поток, если навигатор правильно вводит корабль в этот поток, то путешествие через всю
галактику с востока на запад, ускоряется, да, вы разгоняетесь в этом эфирном потоке, и путешествие на годы может сократиться. По сути, это огромное расстояние, даже в варпе. Можно было улететь месяцы, годы, но если вы ускоряетесь в этом вот потоке, в этих порогах как раз, варп-течение, тогда у вас есть шансы довольно быстро добраться до центра системы, до Терры в данном случае, например. Да? Ну, либо до каких-то дальних окраин, но, опять же, это довольно неплохо, учитывая, что восток галактики Макрейдж и прочее, он довольно колонизирован, заселялся. Решили, что вот рядом с этой варп-аномалией нужно обязательно иметь форпост человечества. Для того, чтобы иметь связь, во-первых, с центром, во-вторых, весь регион, опять же, держать под контролем. Резонно. Далее задание – найти звездную систему, которая могла бы являться таким вот форпостом Империума и защищать вот этот вот поток, вот этот вот ускоритель. Открыл его Ван Гроф, такой эксплоратор, и он, его этот поток назвали потоком быстрины Ван Грофа. И в 36-м тысячелетии началось освоение. Нашли систему Медуза, в которой было 7 планет, из них 2 оказались пригодными для колонизации, Медуза 4 и Медуза 5, потому что они находились на довольно небольшом расстоянии от звезды, от светила, но не являлись какими-то газовыми планетами или еще чем-то, а были пригодны для колонизации. Ножками потопать можно. Да. Выбор пал на Медузу 4, потому что она как бы была в более выгодном местоположении, ближе к звезде, там был хороший климат, она была приспособлена для колонизации, и можно было заселять ее, производить и продовольствие, и прочее, прочее. Она стала более активно заселяться и колонизироваться флотами механикумов. Медуза-5, планета чуть подальше находилась, она была цена своими полезными ископаемыми. Там были залежи и прометий, и какой-то руды, опять же, нужной для флота и для механикумов. Стали. Стали. Но нет, сталь там не добывали, бедолаги. И железные руки ее начали колонизировать, создали там плацдарм, где развернули несколько добывающих заводов совместно с механиками. Но потом их отвлекли дела в галактике, сражения с хаосом и прочим. Они оставили Медузу-5, там осталось несколько перерабатывающих заводов, а Медуза-4 колонизировалась по полной. Строили гигантские ульи, фабрики, фактории, заселяли туда, привозили миллионы колонистов. И даже, наверное, уже миллиарды в какой-то момент. И регион стал развиваться. Для чего они это делали? Для того, чтобы медузы, орбиты Медуза-4 и Медуза-5 были перевалочными базами для кораблей, которые туда прилетали, могли быстрее пополнить запасы. И потом через вот этот ускоренный поток варпа улетали в галактику. Это было выгодно. Да, это было выгодно, быстрая связь с другими концами галактики. В принципе, неплохо. Несколько сотен лет там все жили в таком вот ключе, развивали, усиляли свое присутствие. Всегда есть «но». Это по-прежнему варп-разлом. А варп-разлом имеет свойство, хоть он и довольно стабильный, но и у него периодически с ним случались варп-шторма. И когда случались варп-шторма вот в этой вот быстрине, в этой части, скажем так, получалось, что весь вот этот вот, вся звездная система оказывается отрезана от остального Империума. Нет ни связи астропатической, сложно куда-то полететь. В поток войти нельзя, потому что его штормит, вас просто может корабль разорвать или отбросить куда-нибудь во времени и пространстве через варп, либо демоны сожрут, которые там обитают. Поэтому во времена, когда случались шторма, периодически, да, система оказывалась без связи. Но потом все утихало, поток был достаточно стабилен, он утихомиривался, опять же, возвращался в свое русло, и можно было опять связываться с остальным Империумом, отправляли сообщение. У нас все в порядке, this is fine, типа такие. Все нормально, ну, шторм закончился, у нас все хорошо. База Имперского флота, естественно, там находилась по-прежнему, ну, за счет вот таких вот штормовых каких-то моментов все хорошо функционировало. Но, как обычно, все так хорошо дальше складывалось. В какой-то момент на Медузе-4 случилось восстание. Несколько главных ульев, самых крупных, они в момент как раз вот этого большого шторма, когда не было связи, несколько десятков лет, восстали и отреклись от власти Империума. То есть, да, там культы хаоса. Поскольку туда завозили кучу колонистов, это был довольно большой транспорт, то есть, видимо, как-то туда пробрались агенты хаоситов, Альф-легион, может быть. Кстати говоря, потом говорили, что там агенты Альф-легиона точно приложили руку. И два крупных улья на Медузе-4 вышли из-под контроля. Причем оказалось, что культы довольно хорошо укоренились в это все.
и началось восстание полномасштабное. В этот момент бушует варп-шторм, связи с другими звездными системами нет, помощи не попросить, астропатические сообщения не проходят, никто не прилетает. Естественно, Медузе 5 началось это восстание, но в истории оно вошло как типа схизма Медузы, и пришлось им отбиваться силами планетарной обороны. Полков Имперской гвардии, как ни странно, там тоже не было. Там было только СПО. Своих не было имперских гвардейцев. Там именно оттуда почему-то... Ну, поскольку это колонизованный мир, оттуда не набирали полк. И они сражались несколько десятилетий сами. Старались сдержать вот этот натиск хаоситов. А ульи постепенно переходили под контроль хаоса. Больше культов возникало. Постепенно контроль над Медузой 4 брали хаоситские культы. А где поддержка? Не прилетала? А варп-шторм. Туда невозможно было попасть. Единственная возможность в этой системе звездный счет на обитаемая планета. Медуза 5 соседняя. А там просто фабрики. Там ничего не было. Но они понимали, что на... в главном мире, на Prime, по сути, ну, это мир-столица системы, творится бардак и безобразие, и хотели как-то помочь. Поэтому собрали ополчение из шахтеров, рабочих, и, ну, кто вообще мог хоть что-то сделать. Сели на грузовые корабли и полетели на Медузу-4 помогать. Естественно, уже большая часть планеты была под властью хаоса, но старались удерживать последние форпосты лояльных императору сил, лояльных империуму, да, чтобы всех, конечно же, не вырезали хаоситы. Но вот в этот момент начинают стихать варп-шторма. Начинают стихать, наконец-то доходит просьба о помощи, прилетает вторая рота ультрадесанта. This is Danila, I need help. Да, поскольку Макрейдж недалеко, а на Макрейдже в системе 500 миров Ультрамара есть такой знаковый мир, как Таласар, и там оттуда родом капитан второй роты космодесанта Като Сикарий. Знаменитый парень, между прочим. Просвещай-ка! Капитан второй роты Ордена Ультрамаринов Като Сикарий считается одним из самых великих героев Империума. Его имя стало синонимом доблести и славы, заработанной на бесчисленных аренах войны. Умение мгновенно атаковать, не позволяя противнику затянуть битву, очень ценится среди орденов космического десанта. И капитан Сикарий в совершенстве владел искусством молниеносного нападения. Бросая в бой отряды космических десантников, он сразу же оценивает тактическую ситуацию, читая поле битвы как открытую книгу. С ростом списка побед имя Като Сикария стало синонимом триумфа, легендой, выкованной в кровавом вихре сражений и достигшей слуха союзников и врагов далеко за пределами Ультрамара. Сикарий со второй ротой прилетает на Медузу-4, помогает защищать оставшиеся ульи. Да. В этот момент допросы доходят до Инквизиции, да, естественно, до Орда. Херетикус доходят запросы, до Орда Малиус. Ну, а им-то что? Инквизиции? Ну, там хаоситов культы. Ну, так тогда полков Имперской гвардии от души. Они решили, что это же маленькая система, это же не гигантский какой-то кластер звездный. Они отправляют туда несколько инквизиционных барж под командованием инквизитора Батиста, женщины. Говорят, что, ну, вообще-то у вас Медуза-4, конечно, крутой мир, но слишком много хаоситов.